Всем привет! С вами Елена и мой канал «Мой сад, моя гордость». Сегодня я хотела вам показать, как я буду высаживать свою розу. Это вот роза у меня чайно-гибридная, Вельвельдер Штаб. Вот такая вот розочка красивая. Нынче у меня две розы погибло, не перенесли зиму, вымерзли. И вот, чтобы место у меня не пустовало, я купила две розочки и хочу с вами их сегодня посадить. Сегодня у нас 4 июня. На улице у нас до сих пор холодно, дождик моросит небольшой. В общем, погода нас, конечно, не радует. Но что сделаешь, высаживать надо. Надеемся, что будет тепло. И все у нас нарастет. Сейчас мы его разрежем ее. Вот таким способом. Аккуратненько разрезаем. Почва у меня здесь не очень хорошая, суглинок. Тяжелая такая почва. Вот. Вот она, видите, какая корневая хорошая у нее. Хотя купила я ее уже, наверное, неделю назад, все никак не могу высадить. Погоды нет у нас. Так, что я сейчас делаю? Я немножко вот так вот их обтрясу, корешочки вот эти вот, вот так вот сделаю немножечко и вот так вот оставлю. Так, добавлю немножко на дно перегноя. Перегной у меня конский, достаточно уже хорошо перегнил. Вообще почти как земля. Вот так вот добавлю. Добавлю немножко сюда перлита, потому что я вам сказала, земля у меня здесь не очень такая рыхлая. Немножко надо добавить, чтобы разрыхлить ее. Перемешаем вот так вот. Вот так вот перемешаем. Показывай, Катя. Добавлю сюда еще песочка вот так. Обязательно. Лучше, конечно, речной песочек брать, но речного у меня нет. Он весь, видимо, просеянный уже идет, но все равно. Так. Добавлю сюда еще древесные золы. Древесный уголь, зола, то есть что у вас остается там с мангала. Я так вот конкретно не покупаю, а то, что остается у меня с мангала, я добавляю. Хорошенечко перемешаем. Таким образом. Так. Сейчас чуть-чуть прольем. Так, будем подсыпать. Подсыпать потихонечку. Подсыпаем земельку. Вот так вот. Опять добавляем перегной. Песочек. Вот так вот. Чтобы она у нас вся была такая хорошая земелечка. Таким образом еще подсыпаем. Не смогла, не удержалась и купила две розы, потому что место надо мне заполнить. Поэтому я не удержалась. Как розы обрабатывать, я уже показывала. Сейчас вот еще пару денечков, если в дожди закончится, я проведу с вами еще один ролик. Покажу, как я еще обрабатываю розы от всякой фитофторы, от ржавчины. Покажу вам. Тогда они у вас будут хорошие стоять, добротные. Вот. Сильно прививку мы не заглубляем. Иначе пойдет прорость шиповника. Вот она у нас прививочка, вот она. Я ее не закрываю. Перегнойчик.
Сильно много поливать не буду, потому что у нас дожди идут, земля очень сильно влажная. Сейчас еще сверху вот так вот полью ее. Никакой дренаж я под розы не делаю. Ну вот так вот, как-то так. У нас получилось. Вот она у нас такая хорошенькая. Скоро уже распустится, но цветочек я оборву, чтобы силу не забирала, чтобы кустик мог хорошо приняться и, как говорится, набрать силу. Вот. Кому понравился мой ролик, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Мне будет очень приятно. И хочу пожелать всем здоровья, счастья, хорошего теплого лета. Вот. И до новых встреч, друзья мои. Пока-пока.